Хотел бы покритиковать моих коллег. Мы вот получили 4 города статус ТОСР. Я считаю, что это большая поддержка наших моногородов. Мы должны получить 5-й город. Но очень скоро работаем по привлечению резидентов. Значит, и Министерство экономики, Министерство промышленности, наши муниципальные власти, агентство инвестиционного развития. Здесь необходимо активизировать работу. Пока результаты все сначала рассказывают, статус будет, потом кого-то создали, вызывайте колхозника. Колхозник должен искать пример вместе с представителем парламента и президента. Так не бывает, давайте работайте. Хотел бы покритиковать Министерство экономики по региональной лизинг-компании. Конечно, было напряжение, можно найти сколько угодно оправданий, но мы участвовали в этом проекте, в том числе и нашим капиталом. Он или не работает, там, или форма работы, требования сложные, но из 26 проектов только 12 проектов в нашей республике. Я думаю, что нам проекты нужны, нам льготный лизинг нужен, но пока Борис Султанович работает плохо организованно. И муниципалитет, давайте обращайте внимание. Хотел бы особо обратить внимание, что вот мы всегда были лидерами национального рейтинга инвестиционного климата на Алтае. По прошлому году мы оказались на 3-й позиции. И главный критерий, который оказался негативным, это административное давление на бизнес. Мы каждый раз эту тему обсуждаем, и в итогах работы наших муниципалитетов, ежедневно у нас такая работа идет, и во время ежеквартальных наших встреч с предпринимателями, ну, здесь не только мы, здесь и контрольно-надзорные органы, и наши главы администрации должны понимать, только создав самые благоприятные условия, мы можем достичь хороших результатов. Это не дань какой-то моде, не какой-то тревоги, это наше будущее. Каждый предприниматель, он, во-первых, себе обеспечивает доход, государству платит, что работает. Поэтому большое предприятие, малый бизнес, разницы нет. Мы должны повернуться к бизнесу лицом. Вот исследование делового климата муниципалитета под Тимуром у нас здесь. Мы видим, что ряд районов у нас выглядят не лучше, а хуже. В списке опасности Ознакаевский, Менделеевский, Сармановский районы. Это не отчет, но это мнение предпринимателей. Значит, они разговаривают, имеют неразговорчивые. С бизнесом надо встречаться. Не всегда это приятно, потому что они требуют, просят. Но это наша работа, поэтому нам как вот эту тему всегда ставить на главу.